Так, друзья, сейчас. Да, вот эти лошади здесь стоят у нас. Находимся в городе Севилья. Сейчас. Очень красивый городочек. Как видите, вот здесь оригинальные такие прекраснейшие здания. Самое интересное, что вон там типа сталинская высотка возвышается. Ну, такая в испанском стиле, конечно. Так, друзья, пока сейчас буду. В общем, у нас вот история такая. Этот парень, который проводит экскурсии, вообще это экскурсии бесплатные. То есть они в отеле специально проводятся бесплатные. Но этот парень говорит, что экскурсии как бы бесплатные, но каждый может платить, кто сколько хочет, так как им запрещают эти экскурсии проводить, из-за этого они вынуждены говорить бесплатно. И мы ему сейчас изначально, пока экскурсия еще до конца, как говорится, не началась, решили сказать, что, то есть, если мы ему заплатим, то это будет какая-то небольшая сумма, не знаю, там, 5 евро, там, 3 евро, не знаю, примерно я говорю. То есть, почему? Потому что он говорит, что сейчас, так как нас только двое, что он из-за нас двоих проводит эту экскурсию, чтобы ему потом, скажем так, неудобное положение не было ни ему, ни нам. Мы ему сейчас об этом сказали. И вроде все нормально. То есть, друзья, вот такая история. Если вы приезжаете и видите вот эти бесплатные экскурсии, знаете, что они бесплатные. То есть вы, конечно, можете вообще ничего не заплатить и уйти. Как в других странах было практически так же. Но в других странах тоже мы платили, там, опять-таки, не платили, а просто чисто такой маленький взгревончик, там, евро, 2 евро, 5 евро. То есть небольшую сумму такую давали. Вот. И также сам у нас экскурсовод просит его не снимать. Просит снимать рядом все, что он рассказывает, сколько угодно, но именно лицо его не показывает, потому что он за себя переживает. Такая вот испанская жизнь у экскурсоводов, у гидов. У нелегальных гидов, скажем так. Что пока все, смотрите «Анзор ТВ», двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.